Ольга Старовойтова и ее соседи по рабочему месту, предприниматели с рынка Северный, к главе Анапы пришли с просьбой помочь им получить в субаренду участок земли, примыкающий к рынку, для оптимальной организации работы и комфорта покупателей. Мы пришли, у нас такая ситуация. Мы письмо писали по поводу, значит, вот это 318, стоянка, парковка к рынку Северному. Так, насколько я понимаю, вот это улица Северная. Улица Северная, и значит, с 99 года мы заезжали и парковались вот здесь. Вот в рынок, вот это? Вот это, да, вот сюда. И сюда пошло, да? Сюда пошло, да. И выезжаем мы вот так, и вот через вот эту вот дорогу. Вот эта дорога. Так, а чей это участок сегодня? Не знаем. Очень он в аренде или что? В аренде. Это муниципальный. Да. Ну что хотите? Мы хотим, чтобы вот это здесь все... Проезд, да. Нет, чтобы здесь вот эта парковка, нам даже не столько брать, сколько... Вот это? Не, вот эта парковка. Парковка для покупателей. Рынок Северный продолжает благоустраиваться. Конечно, удобная парковка для посетителей и для подвоза товара нужна. Сергей Павлович пообещал изучить вопрос. На приеме у главы владелец земельного участка на Большом Утрише Людмила Скачкова. Собственники пытались начать стройку, но встретили отпор со стороны местных жителей. Зеленый фонд заповедного поселка должен быть неприкосновенен. Я не могу назвать это проблемой с жителями. Я могу назвать просто проблемой нерешенной при подготовке к строительству. Я против спила деревьев. Ну, была моя воля, я вообще ни одного не разрешил. Ну, может... Особенно на Утрише, понимаете? Потому что мы здесь живем. Вы где родились? Я родилась в Тульской области. А я на Кубани. И мои дети родились на Кубани. Да. И я хочу, чтобы мы оставили свою экологию в том виде, в котором мы ее приняли от наших предков. Ведь вы стали в противостояние с людьми коренными жителями, так? Мы все россияне, мы все жители России. Да. Но люди, которые там живут изначально, они вправе требовать того, чтобы их природу, нашу природу, и тем более это заповедник, это Большой Утриш. С предложением установить побратимские связи с Тирасполем, столицей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, пришел житель субцеха Владимир Атаманюк. Надо изучить. Меня настораживает то, что Тирасполь – это столица, в принципе, хоть и непризнанной, но республики, зарубежного государства. Те города побратимы, которые вы назвали сейчас, они являются центрами субъектов Российской Федерации. Мы не центр, у нас центр Краснодар. Поэтому прыгать, ну, можно и с Лондоном побратимством заняться, и с Нью-Йорком, там, еще с кем-то. Вот. Все зависит от того, какие мы цели будем преследовать, понимаете? Понятно. В чем наша родственность? Приемы главы проходят еженедельно. Предварительную запись ведут в отделе по работе с обращениями граждан на Крымской, 99.